А, я понял теперь, зачем нам нужна эта фигня. Так, а эту штуку... А, это тоже мы тут... Опа-опа. Опа-па-па-па-па! Ай, промазал! Наверное, рано слишком сделал. Не, вроде поехал. Давай. Эть! Давай! Да ну, чашка, тарелка! На робота не обращаем внимания, мне нужно срочно наверх. Эть! Есть! Есть, ребятки! Привет, ребята, с вами Мовик, и мы продолжаем проходить губку Боба. И сегодня нас ждет прохождение Русологова, часть вторая. Я надеюсь, нас ждет какой-нибудь босс в конце. Помимо компьютера, посмотрим. Так, ну что ж, у нас тут губка Боб случайно заснул, или что он сделал, я не знаю. У нас здесь коробочка. О, смотри, какая штука. Но нам нужен наш звездатый друг. Где же его взять-то, я не знаю, остановок не видать. Оп, арбузик размочили. Блестяшку взяли. Тут у нас Сквидвард. Я с тобой же говорю уже. Губка Боб, как мне отсюда выбраться? Ты нашел, что спросить. В зависимости от того, какой выход тебе нужен, с ловушками или без. Без ловушек, пожалуйста. И тогда иди в ту сторону. О, хай-яй-ой-ой. А че он ржет, как конь? Или может другую? Губка Боб не при делах вообще. Так, ладно, мы ж можем вот эту фигню пулять. Так, куда тебе? В какую сторону тебя крутить-то, эй? А, здесь в конкретную какую-то сторону, да? Ладно, контрольная точка, супер. И что? Остановка! Эть! Остановка! Ладно, пока что, наверное, губкой Бобом прошвырнемся, посмотрим, что здесь. 2300. Вы хотите скормить ракушке 2300 блестяшек, чтобы активировать качалку Патрика? Что за качалка такая? И чё, где? А, вон оно что, прикинь, какая штука есть. Так, и куда-то она нас должна подбрасывать. А без нее, наверное, возможно, даже и никак. Я блестяшек потратил, у меня хорошо хоть хватило их. Труханы здесь у нас есть. Окей, у меня труханов-то вообще нехватка, смотри. Так, здесь у нас этот супергеройский You're чувачок. Вы мой герой! Ой, ты такой желтый, что с тобой случилось? Желтухой, блин, болел в детстве. Что у нас тут такое? О, шары какие-то. Верните меня назад! Пипец! Так, ладно, мне все-таки интересно, что там происходит. Наверное, давайте уже Патрика возьмем. Че уже? Патрик? Надеюсь, Патрик. Там у нас... Смотри, какая-то пещера. Прикольно. Ладно. А чё ты Патрику скажешь? У меня найдется работенка для того, кто умеет швыряться вещами. Это я. Предоставь это нам, я отлично бросаю вещи. Вот что надо сделать. Берешь, брось фрукт и бросаешь вон в те воронки. Просить, брось фрукт. Нет, просить, брось фрукт. Бросить спас круг? Скорее, а не то я взорвусь. То есть я хотел сказать, воронки взорвутся. Какие-то взрывоопасные воронки, короче, взрываются. Так, а у нас Патрика. О, у Патрика труханов полный состав. Так, и что? А здесь эти фиговины? Да блин, ну как мне это пройти? Да ё-моё, да сколько их? Пипец, я сейчас помру, у меня труханов-то. А здесь фрукта-то нету, эй. Как вот эту фигню убрать? А может я... О, обязательно фруктом? Ё-моё, вдогонку! Еще и вдогонку не хватало, офигеть. Так, ладно. Берем. Ай! Как там взять-то? Давай, наверное, здесь пойдем. Здесь... Ё-моё! Как я не смог пройти? А мы ж прыгать с фруктами не можем, прикинь. Так, если я с фруктами прыгать не умею... Так. Так. Да чтоб тебя! Жесть какая! Кто мог подумать? Так, ладно, пошли тогда вон туда. Здесь нужно идти по клеточкам, в принципе, ничего сложного. Так, по синим давай идем. Оп. Желтая, синяя. Что происходит? Синяя. А вот и я! Эть! Ура! Мы победили! Или что?
Ой, что-то, короче, она зашумела, непонятно. Хорошо это или плохо? Это было самое простое, дальше-то вообще какая-то жесть творится. Так, я бы издалека бы мог бы бросаться, было бы круто, конечно. Да ёп! Мой фрукт! Пипец! Ну ладно, хоть там нажато, то есть мы здесь можем с чекпоинтом продолжать миллиард раз. Так, ладно. Погнали. Оп, шарик. Шарик, 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 шарик. Давай. Эть! Так, а теперь погнали назад. Быстрее! А, мы его отключили? Блин, мы его отключили. Так, фрукт, давай уже, кончайся. Трухана мне не надо, потому что я... О, дедуля, тебе может телек починить? Блин, промазал. А что у нас фрукт же протухает обычно? Какое-то время дается. И потом у нас протухает. Так, ну здесь мы вроде проходим. Короче... Ай, блин, протухает! Реально протухает! Фрукт! Я слишком долго с этим фруктом ходил-бродил. Ладушки. Так, погнали. Теперь здесь. Как бы нам бы здесь бы... Я понял, в чем прикол. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И здесь также нужно сначала вот сюда, а потом погнали. И все. И все так легко. Ура! Что это было, я не знаю. Что там за воронки и что они куда-то должны взорваться, я не понимаю. Что теперь? Там вон кнопочка какая-то есть. Мы можем в нее бросить вот этой фигнюшкой. Что-то должно произойти, наверное, я не знаю. А я прыгать-то не умею. То есть мне нужно было это губкой Бобом сделать. Так, ладно, давай тогда мы погнали вот сюда. Эть. Вау, чё? Чё, он поломался, арбуз на ровном месте. Может, сюда не арбуз надо? Ай, блин, я... Всё, я понял. Мой косяк. Мой косяк. Я прицелиться не успел. О, полетели! Крутяк! Эй, я тебя знаю, ты тот самый парень! Нам понадобится куда больше энергии, чтобы включить гидроакустический модулятор Доплера. Как думаешь, справишься? Отсюда видно дом Сквидварда и самого Сквидварда без штанов. Хотя погоди, он же не носит штаны. А теперь слушай внимательно, всего там 8 цилиндров. Если бросишь что-нибудь в цилиндр, он включится. Включи все 8 цилиндров, а я дам тебе награду. Что, прости? Я подглядывал за Сквидвардом и отвлекся. Просто начинай включать цилиндры. Короче, у нас Патрик, как обычно, тупит. Окей. А здесь у нас горка есть. А мы можем, в принципе, скатиться потом. А пока что наша задача включать вот эти штуки. Но это ж легко, нет? Оп. Оп. Так, я что-то не поняла. А чё, а как часто-то? Или... Или какой-то конкретный нужно угадать? Или что? Я не понимаю, алё. А, вон, наверное, на руку надо вон туда. Эй, успею! Да, успел! Чё-то нифига я не понял. Наконец-то, ёлки-палки, заработало! Оказывается, оно само заработало. Фух, видимо, я все-таки одну недоповернул. Так, все, пошли отсюда нафиг. А мы ж с фруктами-то не можем ходить. В смысле прыгать. Ну что, чувак, я все сделал. Молодец, теперь электричества хватит. Но зачем тебе столько электричества? Ну как же, ноги попарить, конечно же. Серьезно? Держи, вот твоя золотая лопатка. Ну и шнобель у тебя страшный. О, бой, бой, бой. Вот эту штуку-то как мне нажать? А что я сделал? Что-то я просто кнопку нажал. Мне ее можно было и не нажимать, поди. Так, ну окей. Что теперь, поехали тогда? Хотя я откуда-то... А, я ж залетел. А здесь мы по... Вау! Прикольно. Теперь идем собирать труханы. Вон туда мне надо. Там у нас робот, смотри, ходит, бродит. Так, вот кнопочку нажать вот эту. А, здесь нужен этот чувак наш, губчатый. О!
Че, я тогда и этого чувака, наверное, могу... За что? Козлёныш. Так, а здесь нам тоже нужна эта фигня. О, а что, так можно было? Прикольно. Так, здесь у нас робот... Так, что-то я в какое-то новое место попал. Вау, да ё-моё. Дайте мне труханов, да побольше, блин. Я нифига не успеваю, ни... Что-то у меня ничего не получается. Да ёлки-палки. Ой, Патрик откинулся. Какого? Какого? На тебе. Давай, лети отсюда. Так, ну здесь все-таки, наверное, придется нашим губчатым чувачком. А куда мне теперь-то надо, получается, а? Труханов нам не надо. Иди отсюда. Ха. Так, а где у нас? Где он? А вон у нас остановка. Короче, ну что, будем надеяться, что Патриком я все сделал. Теперь берем губку Боба. Нам нужны эти боулинговые, как они там, какой-то пузырчатый боулинг, вот, как он у нас называется. Так, давай, оп, есть. Что у нас, дорожка, смотри, какая. Эть. Оу, робот, робот с бомбами. Нет, за что? Так, а как я? А как я? Ой-ой-ой. А может мне сверху упасть? Так, ладно, пошел я отсюда, наверное, пока что вон тем путем. Так. Так. Где сюда? Вон туда. Ой, что, куда-то полетел-то? А, в другую сторону. Эй, я не понял, а что он не работает? О, заработал. Оу! А, я думал, сейчас меня расплющит нафиг. Как там? Ой. Ну ладно, замочили все-таки мы этого робота. Оп. Так, сейчас еще чего-то вылезет, наверное. Так, что-то запах пузырей. Труханы мне не надо, да, получается? Так, труханов вагон. А что-то я там активировал. Проще будет, наверное, отсюда упасть. Погнали, наверное, вот к этому чувачку. Оу. Да ну! Давай, давай, лети, шляпник. Оп. Да ё-моё, пёсель, иди сюда. Можно было и так, да? Так, чё, ну крутись давай, сколько можно. Чё, расстояние побольше? Ну-ка давай вот отсюда. Усилие? В другую сторону. Да блин! Не могу попасть. Есть, готово. Так, а сюда Патрик, что ли, скатывался, или что было здесь, я не помню. А не, я еще здесь вообще ни разу не был. Опа. Что будет? Что, где произойдет? Я пока не понял. Че, где случилось? Ладно, нам, скорее всего, вот на эту горку. Еху, на языке, поехали. Давай, 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 давай. Давай, давай, опа. Опа. Юху! Чё там? Носок! Там носок! Короче, я все кнопки понажимал, а что произошло, я так и не понял. Так, ладно, давай, погнали сюда. Ауч! Иди отсюда! Как мне туда попасть-то? Вот мне кажется... Вот сюда, опа. Опа. Да, вот, все, я теперь залетел. Уйди отсюда.
Это он здесь выплевывает, смотри, гаденыш. Ау! Все, выкинули. Мне нужно наверх. Ты чё, пёсель, здесь творишь? Ох ты, какие прилипучки! Лопатка! 27 лопаток у меня. Что-то они у меня не заканчиваются, когда... Компьютер Москвы Супермена, чтоб я смог взять под контроль систему безопасности, тебе нужно нажать на все кнопки перезагрузки. Так, ну, кнопки перезагрузки я понимаю примерно, да, в Русологове. Первая здесь. Нажать кнопки, понял? Когда нажмешь все кнопки, ты должен вернуться сюда, чтобы нажать на главную кнопку отключения. И ты получишь награду. Вернуться сюда, понял? Ты меня слушаешь? Слушаю, понял? Так, окей. Это, наверное, вот эта главная кнопка. А, все кнопки в Русологове нажать? Только я уже нажал, уже я же вроде. А, наверное... Так, ну-ка давай посмотрим. Нажмите на главную кнопку выключения, чтобы опустить мосты и попасть в систему содержания злодеев. Ух ты, у них здесь тюрьма. Короче, вот эта штука у нас опустится, когда нажмем все кнопки. Ладушки. Ладушки, ладушки. А здесь-то я и не был, походу, да? Ну-ка, давай, погнали. Гэри, похоже, тебе удалось добраться до самых глубин Русологова. А, так, ты спустился на лифте. Ну и как мне подняться наверх? Я все понял. Ты прав, наверняка эти туннели выведут меня наверх. Отличная мысль, Гэри. Пипец. Лично я нифига не понял. Оу! Нать, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Это жесть какая-то. Так, и вон тебе сейчас два. Так, вон туда наверх как? Отсюда, наверное, никак. Ой, отсюда можно только упасть. Пошли тогда кружными путями. Чекпоинт, ура. Красный не наступаем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, жоп. Ауч! Конечно, ауч! Суханы, спасибо. Тут прям на месте. О, бомбочка! Фига себе, новые роботы какие пошли. Ты чё, жахай давай. Да блин! На тебе тарелка. И после, смотри, после каждой такой штуки нас ждут труханы. Так, синенькие. Ау! Я сдох! Я до труханов да не дошел-то даже. Так, ну чё, сейчас у нас все труханы, насколько я понимаю, да? Причем это первая же часть-то. Так, окей. Мне сейчас они нужны. Ну чё ты? А, он, смотри, он взорвался сам по себе. Блин. Чё, светильник? На тебе. Ох, вот эти штуки понять бы. Там, где желтая, значит, она сразу станет красной потом. Короче, по синим бегаем. Трусишки. Трусишки давай. Оп. Да. Трусишков мало не бывает. Где чудо? Ох ты, офигеть, как красным красно. Я примерно понял. Давай, 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 давай. Оп. 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 Не, я нифига не понял, но прошел. Блин, как здесь тесно в этой пещере. Камера постоянно что-то глючит.
Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да иди ты от меня. А если я боулинг запу... Смотри, как он наверх-то полетел. А им пофиг, смотри. Не, им пофиг. Хм, тарелка даже меня не задела ни разу. Ой, как страшно. Ладно. О-о-о! Да ё-моё, не туда! Да блин! Дурацкий робот, иди сам на красный туда. На тебе! А чё не сработало? На! Попал? Попал. И как меня задело-то, эй! Офигеть! Всё, отходим подальше, блин. Странный взрыв какой-то. Так, я уже блестяшку, смотри, насобирал. Чё у меня там по труханам-то? Двое. Блин, это жесть, конечно. Ещё робот. Оооо! Синее, кругом синее. Оп-оп-оп-оп-оп. А я прошел, и у нас очередной чекпоинт. На тебе. Ай, блин. Трусишки, трусишки. Наготове, как обычно. Блин, эти штуки такие стрёмные, что-то мне совсем не нравятся. Короче, бежим по синим. Во, синее, синее. Желтое, синее. А! Чё? Да блин, как так-то? Ладно, зато у нас сейчас полным-полно труханов. Мы с чекпоинта продолжаем. Так, окей, погнали. А, куда мне идти-то? Мне... Что-то я не понял. А куда мне идти? С какой стороны я пришел? А, вон оттуда я пришел, мне вот сюда. Или нет? Или да? Да блин, как понять, куда мне идти? По-моему, чекпоинт у нас был с левой стороны, трусишки здесь. Да-да-да-да-да-да-да. Мне надо вон туда, а там еще робот этот. Мало того, что летающий робот, там еще вон тот, который попкорном кидается, чем там кидается. Мне бы надо, чтобы все посинело. Ай-яй-яй, пожелтело, покраснело. Нет! Синенькая тропиночка! Оп-оп-оп-оп-оп! Иди отсюда! Вон туда, на красный. А ему-то пофиг, что ли? На тебе. Да, ему два раза надо было жахнуть. Куда-то я забрался, блин. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. О, 2300! Офигеть, а как? Зато я лопатку нашел. Нужно еще 2300, чтобы упростить дорогу. Оп. Лети отсюда. А чего ты не летишь-то? Ты должен это, ухами своими махать. А, нет, не должен. Так, ну что? Взрывайся. О. Так, там какие-то искрящиеся штуки. Не дали мне толком ничего нажать. Да ё-моё. А, еще одна кнопка осталась. Так, я понял, где мы оказались. Это к носку вон та дорога, да нафиг ваш носок. Не хочу я. Вот эту штуку бы мне разблокировать. У вас недостаточно, а сколько у меня? Блин, у меня еще 500 надо. Офигеть, ладно, погнали дальше. Еще одна кнопка ждет нас. Так, и все ради каких-то кнопок. Так, 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 блестяшеньки. А, что будет, если я сюда сейчас запрыгну? А ничего не будет. Последняя кнопка. Нет? Такие же, по-моему, надо нажимать. Или что? Сюда надо наступить, типа. О. Чё это?
фигня какая-то странная. Да блин. Пока что ничего не понятно вообще. На тебе. Чё? Носок. Какая-то труба. Ничего не понятно, что здесь творится вообще. Так, а здесь лопатка, смотри, как спрятана. Мистер Крабс, ты что здесь забыл? Смотри, Юнга, под тем стеклом золото. Золото, говорю тебе. Едва взгляну, аж глаза потеть начинают. Тебе просто нужно сбросить тот здоровенный шар. Вот в эту чашу. И как мне отправить шар в лузу, мистер Крабс? Сперва запусти вот этот механизм при помощи боулинговых пузырей, чтобы нажать на кнопку. Удачи, Губка Боб, мой кошелек на тебя рассчитывает. Я себе заберу, умник. Понятно, что ничего не понятно. Окей. Так, вот эту штуку нажали. И теперь... А, я понял теперь, зачем нам нужна эта фигня. Так, а эту штуку... А, это тоже мы тут... Опа, опа. Опа, папа, папа, ай, промазал. Блин, не пошло, не пошло. Нам нужно собрать трассу, короче. Поехал, поехал, поехал. Теперь вот эту штуку... Опа. Или чё? А, надо нажать. А чё ничего не происходит? А куда он упал? А чё ты упал? Я ж тебя... Чё, не докрутил, что ли? Туда мне пока рановато. Или я туда пришел, я что-то уже не помню. Она, короче, постоянно меняется. Что мне с этим молотком-то делать? Ах ты, зараза какая! Ладно, я понял. Короче, нужно сначала катнуть. Потом, по мере того, как он катится, будем идти. Наверное, рано слишком сделал. Не, вроде поехал. Давай, 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 давай. Эть! Давай! Да ну, чашка, тарелка! Ух, жесть какая! Какие сложные здесь, блин, задания-то, а? Так, шарик упал. Ладно, наверное, вон до той, до этой, до весюлек доедет. Но эту фигню, опа! Ты пошли скорее молоток пинать. Опа! Давай! Давай, 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 давай! Да! Шикарно получилось! Так, а наверху теперь мне нужно наверх добраться. Забраться? Наверх добраться, забраться или... А, я же отсюда могу наступить, да? Оп! Или что? Или как? Что я сделал? Я не понял? А, я... Понял я. О, что я... А что ты не работаешь-то? А чё она не работает? Упал шарик мой! Чё, попасть не могу, что ли? Офигеть! Тебе надо было, короче, вовремя... Опять попытка номер... Я не знаю, какая... Продолжаем. Шарик поехал. Шарик-мячик поехал. Эть, пошли теперь вот эту штуку.
Оп. Все, погнали теперь вон туда. В смысле? Так, я, наверное, слишком рано нажал. Я надеюсь, он не... Давай, быстрее. Быстрее, опа. Давай. Да, крутяк. Погнали дальше. На робота не обращаем внимания, мне нужно срочно наверх. Есть, ребятки. Так, чё, куда теперь приедет-то? А, во-во-во, не-не-не-не, чувак, не мешайся. Но я нажал. Что это нам даст? Теперь вот этой штукой давай управляем. Куда? Давай в дырку. Есть, всё, заработало. Я надеюсь. Так, теперь мне нужно вот сюда, срочно. Да блин. Нет, серьезно! А, на последнем этапе! Офигеть, вы издеваетесь, что ли? Так, оказывается, надо было попасть вот эту вертушку. Точнее, мимо вертушки. Жесть какая! Как же все сложно, оказывается, а? Ура! Сработало наконец-то! Ёлки-палки! Все это ради лопатки! Вы издеваетесь, блин! Серьезно! О, жесть какая! 29, они у меня не заканчиваются. Сколько можно? Ну что ты скажешь? Молодец, Гупа-боп! А теперь как насчет отдать старине Крабсу это золотишко? Я готов взамен дать тебе повышение. В смысле, что за повышение? Повышение? Еще какое? Прибавлю целых 10 секунд к твоему перерыву. Вот это да! Перерыв в 20 секунд! Решусь ли я? Простите, мистер Крабс. Как бы заманчиво это ни звучало, я не могу отдать это вам. Мне нужны все золотые лопатки, которые я смогу найти. Понимаю тебя, Юнга. Что ж, придется вычесть 30 секунд из твоего перерыва. Ого, значит мой перерыв минус 20 секунд. Спасибо, мистер Крабс. Короче, те же 20 секунд, только в минус. Хе-хе-хе, прикольно. На тебе за это. Рабовладелец, блин. По-моему, где-то сверху начинали, поэтому... Окей, погнали сюда. Ну что, я вроде кнопки какие-то нажал здесь. Я установил управление защитной системой, вот тебе обещанная награда. Ну давай. Ты нажал все кнопки перевода в ручной режим, теперь нажми главную кнопку выключения. Блин, оказывается, надо было побазарить с компьютером, а я бегаю как дурак, ищу нафиг, как открыть мне эту фигню. Блин, настолько все странно, пипец. Так, наконец-то пошли и посмотрим, что там у нас за заключенные сидят. А, я думал, прыгать придется. Защитная система отключена, наш осмотр поликлиники прошел отлично. Да, здравствуй, справедливость, во всей ее многогранной славе. Ага, а еще, мальчик, справедливость, ты отрубил питание в 333 русологово. Это расшифровывается как зона задержания злодеев. Маскор Супермен все еще пахнет скисшим молоком. Да, я пахну. Только не это. Похоже, один из злодеев вырвался из заточения. Ну все, хана. Злодеи на свободе? Кто это? Тоже он. Мэн Рэй, атомная камбала, грязный пузырь. Нет, хуже. Это твой заклятый враг. Клетка! Клетка! Кто-то меня звал? Ой, я-то думал, что смотрю на супергероев, а пригляделся и вижу, что это парочка выброшенных на берег коряк. Креветка, я никогда не прощу тебя, безумец. А что креветка сделал? Худшее, что только способен вообразить. Он положил всю белую одежду морского супермена в одну стиральную машину с красным носком. Да, прям вообще преступление века, ёлки-палки. Какой кошмар. Лично мне казалось, в розовом-то был просто прелесть. Правда?
Еще бы, просто прелесть каким отстойным. Ой-ой. Что это за желтая штука? Плесень, что ли? Я не плесень, я губка. Мы разве на клеточном уровне? На клеточном уровне. Да-да-да, спасибо за лекцию, доктор ученый. Увидимся, розовенький. Фига себе, ты какой мелкий. Клянусь семью морями, креветка, я не буду знать покоя, пока не поймаю. Но сперва мне придется перевоплотиться из своей тайной личности в морского супермена. Переоденешься в розовый? Нету тебе тайной личности, старый простофиля. Может, тебе лучше меня удастся разобраться с креветкой, пока я разбираюсь вот с этим. Я отомщу за тебя, морской супермен. Перекрасим твое белье в белый назад. Так, ну что, будем сейчас биться с креветкой? Ё-моё, ненавижу вот эти штуки. Он еще и пузырит, смотри. Ау! Блин, жесть как... А что делать-то надо? Ё-моё, рассыпался наш пористый дружбан. Не, ребятки, я, наверное, на сегодня настрадался, поэтому продолжим биться с креветкой в следующий раз. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Ну а с вами был Мобик, до новых встреч, пока-пока.